Господи, тишина-то какая в округе, а? К чему бы это? А, у нас сегодня это, бобслей. Чисто мужская компания. На работе без баб. Вне работы тоже без баб. Жизнь идет. Чего там у тебя идет-то? Да мне день рождения послезавтра. 27 лет. Ух ты. Отмечаем? Не, не хочу. Ну ты, может, не хочешь, а мы-то будем, да, Петрович? Будем, будем. Будем. Ты куда с ногами залез, а? А? Я, между прочим, этот пледик собственными ручками в стиральной машине стираю. Ой, ну ладно, ладно. Снимай давай. Проприатор общественного дивана. Шах. Слушай, я не понимаю, где тут смайлики ставятся, а? Кость, помоги, а? Я не могу. Салам, ну ты как маленький, ну, а? Маленький. Ну вот они, смайлики. Вот, где? Вот, где? Вот. Ты бы уже встретился с этой Валей в жизни бы. Ее Юля зовут. Я с ней встречаюсь в жизни, потому что она постоянно в командировках. Ну, Юля, какая разница? Да хоть фотку-то посмотри. Не дам. Ну, дай посмотрю. Вау. Слушай, Салам, она любит ролевые игры, а? Ну, какие игры? Это фехтовальный костюм. Ну. Да. Она чемпион по шпаге. Слышь, чемпион, я уже сходил, давай, продолжай. Все, спасибо. Так. О. Мат? Бездарность. Че ты улыбишься, а? Обыграл старшего товарища, да? Где твой интерн? А? Че ты им не занимаешься? Петь! Да, Кость, парень, ты забросил. Ладно. Как вы меня в прошлом году забросили, не помните? Пусть ходит. Это школа жизни. Самостоятельно все. У него, кстати, знания побольше, чем твои. Энциклопедические. Голубцы будете домашние? Олег Михайлович, ну я начинаю уже беспокоиться. Пледик, домашние голубцы. А я буду. Греть не будем, жрите так. Ох, выглядит, пахнет прекрасно. Женщина-повар? Медицинский работник. А, я, кажется, знаю. Сейчас кому-то дам. Знаток. Где у вас все врачи? Где медсестры? Это не отложка или что? А где Нина? Какая Нина? У вас в приемной никого нет. У меня актер на каталке умирает. Угу. Идите сейчас. У меня съемка встала. У меня у режиссера инфаркт. Слушайте, вы же говорите, что у вас актер на каталке. Вы определитесь. У меня актер на каталке, а у режиссера инфаркт. Чего непонятно? А-а-а. Олег, ты, голубцы, все равно дом можешь поесть, а? А нам еще приготовят. Конечно. Пожалуйста, быстрее. Сволочи вы, а не хирурги. Он там весь предбанник обливал. У него, ну... Приятного вам аппетита. Спасибо. Ничего, ничего. Идите, идите. Мы это переварим. Да, Салам? Обалдели, что все? Дойдите отсюда. Давайте потом. Ну, на секунду не сделайте. А вы чего здесь обалдели? Что тут творится-то? Ой. Вот, привезли. Сюрприз-то какой, извините. Вы чего? Доигрался. Большую медицину доигрались. Да не надо, беспокойте артиста! Успокойтесь, тихо! Пожалуйста, только быстро его осмотрите, а то нас на съемках ждут. Вкалите что-нибудь обезболивающее. Разойдитесь, товарищи. Тихо! Тихо, тихо, тихо. О. Михалыч, у нас такие гости. Добрый день. Рад, как говорится, видеть. Да, ой, ой. На что жалуетесь? Плохо что-то мне, не знаю, рвет и тошнит. Понятно. Ну ладно, давайте поедем первую смотровую. Поедем. Так. Не волнуйтесь, мы вас поднимем. Так, товарищи, расходимся. А можно я к вам зайду? Нина, ну ты-то куда? Мне нравится артист. Мог ты мне быть симпатией. Товарищи, скажите, пожалуйста, сколько времени это займет? Я вас очень прошу, пожалуйста, скажите мне. Скажите, пожалуйста. Отойдите, вы мешаете. Отдыхай. Простите, сколько времени это займет? А вы можете заканчивать свою съемку? Нет, мы не можем. Что значит не можете? Какая у вас там серия? 147-я. Ну, тем более. Хуже-то уже не будет. А то будете потом продолжение на кладбище снимать. Блин! Девушка, давайте я вам помогу, а то мне больно на это смотреть. Нет, спасибо, я сама. Нет, давайте, давайте, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Нажимаете, поворачиваете, закрываете крышку, все. Ну что вы сделали? Я потом никогда в жизни ее не открою. То есть вы угнали машину и не знаете, как закрывать бензобак? Здесь идиотская крышка. Я с ней года три уже мучаюсь. Надо было гонять что-нибудь поприличнее. Чтобы не мучиться, просто машину поменяйте, и все. Спасибо большое за совет. Но вот сейчас времени есть только на то, чтобы помочь.
Девушка, а у вас что, колесо спущенное вот это заднее, посмотрите. О. Сильно? Ну так, спущено. Хотите, мой шофер поможет вам подкачать? А, да нет, я доеду как-нибудь. Коля! Коль! Иди помоги девушке с колесом. А мы с вами пойдемте и выпьем этот мерзкий кофе из автомата. Или вы такой не пьете? Да нет, почему же? Вот именно такой кофе я как раз и пью. В основном. Виктор. Марина. Очень приятно. Пойдемте, пойдемте. Подождите, да что? Пойдемте. Не волнуйтесь. Так. Это кинокорм. Здравствуй, язва. Звучит как комбикорм. Нет, это то, чем группа питается на съемках. Прям как животные. Так. Ой. Животик расслабим. Так. Больно? Нет, здесь нет. А здесь? Нет. Ой, да, вот здесь больно. Больно, больно. Так, Ефим, как вас попочки? Можно, Ефим. Да, Ефим. Значит, я ничего страшного не вижу. Уйди оттуда. Уйди. Давайте сделаем УЗИ, гастроскопию и посмотрим, что. А это долго? У меня группа стоит, у меня съемки встали. А я всех уже отпустил. Как? Даже ужасную Олесю? Да. Вашу ужасную, жуткую Олесю я отпустил в первую очередь, коза. Даже не дала мне пообедать. А у меня по плану были сегодня уколы от бешенства и обход. Так. А вы что, ветеринар, что ли, изображаете? Нет, терапевт. Правда, в прошлом сосудистый хирург, но зарплата никакая. Да. На работе торчишь с утра до вечера. Семейная жизнь дала трещину. Вот я и переспециализировался. А вот у вас большая зарплата? Да никакая. И жена, кстати, была тоже никакая. Выгнал я ее. Да. Юля, иди сюда. Значит, смотри, общий анализ крови, электролиты, потом УЗИ и гастроскопию, да? Да. Ну, хорошо. А можно автограф? Так, я сейчас... Уйдите, Ира, ну что, человек умирает при смерти, а вы веселитесь, да? Пошли вон все! Веселяться. Не надо. Ну ладно, ладно, это я шучу. Лечимся. Сейчас все узнаю. Люда, извините, пожалуйста, скажите, когда я могу получить его обратно? Значит, получить. Человек не посылка. Прям так обращайтесь с ним. Посмотрим, его обследуем, потом решим, не знаю еще. То есть сейчас у вас никакой информации нет? Ну что, вам непонятно объяснила? Алло, Яков Михайлович. Да, сейчас никакой информации нет. Ну а что я могу сделать? Ну да, конечно, конечно, я буду здесь. Но если нужно, ночевать здесь останусь. Ну кто это вам разрешит-то? Ночуйте дома, здесь больница, не ночлежка. Извините меня, конечно. Тут просто вообще не разговаривают нормально с людьми, понимаете? Мне никто ничего не может разговаривать. Вот там-то у нас чего? Рабать моего владыка! Куда его? Ну а что у него-то? Живот болит, отравился, только показаний не дает. То есть блюет и поет? Во-во, у них на бомжатнике вокзальном 5-й случай уже. 4 летальных. Жрут черти че, вот и клеют вас. Девушка, да. А это не ваш, нет? Нет, не наш. Странно. Сейчас позову. Лазарь Гафуров, давайте спускайся. Тут для вас клиент у меня, да. Давай сюда, ради бога, не трогайте меня, да помогите. Еще один концерт. О, господи, алло, я не слышу вас, да, да. Слушайте, я думала, что у нас на площадке сумасшедший дом. Коля, ну что там? Ну, я сейчас запаску поставлю, а так надо наши на монтаж. Тут на Автозаводской есть, круглосуточная работа. А, не-не, я сегодня никуда не поеду. Ой, какой же отвратительный кофе. Даже хуже, чем у нас в больнице. О-о-о, а вы врач? Хирург. Я в Склифосовском работаю. Вот это да. Это серьезно. Работа, как у всех. Кто-то хирург, кто-то... Марина, вы же прекрасно понимаете, что это не как у всех. Так, у меня есть предложение. Сейчас Коля берет вашу машину и едет на монтаж. Там ее починит, а мы на моей машине поедем, выпьем хороший кофе и поедим хорошую еду. Куда? А любой ресторан в центре выбирайте. Я не могу, у меня болен отец. А кто сейчас с ним? Сиделка. Ну вот, предупредите. Как вы быстро все вопросы решаете. Привычка, привычка. Коля! Да? Давай езжай на монтаж, проследи, что все починили. А мы будем в белом квадрате, потом туда подъезжай. Ага. Да, давай. Так,
Ну что, едем? Аллочка! Садитесь. Аллочка, привет, дорогая. Да, это Хаев. Для меня столик сделай. Давай. Так, если вы мне ничего не покажете, я ничего не узнаю. Мы не сможем вас вылечить. Я боюсь руки убрать, вдруг там ничего нет. Нет глаз. Ну, давайте, давайте, вы же взрослый человек. Ну, сейчас. Давайте, не морочьте мне голову. Сейчас, я просто не понимаю, за что. Ну, просто хотел помочь, все. Я вас прошу, пожалуйста, уберите руки. Да-да-да. А, больно как. Что у него там в баллончике-то было? Давайте так, на счет три. Раз. Я просто не понимаю, за что, за что. Вижу, дама идет с огромными сумками, думаю, дай помогу. И два. Только за ручки я взялся, тогда как змея извернулась и прямо мне в лицо этим баллончиком. Ну и три. Вот. Ничего не понятно. Извините, я думала, что свободно. Ребят, ждем. А вы скоро освободитесь? А мы уже закончили. Так я могу женщину с язвой завозить? Да, да, завозите, завозите. Только учтите, я терапевт. Ой, здрасте. Я вас знаю. А Брагин где? А Брагин? А тут Брагин. Я уже здесь. Ленок, что ты делаешь? Я, у меня женщина с язвой. Не, нам с язвой не надо. Мы тут с приятелем по душам разговариваем. А можно мне автограф? Лен, ну что ты как маленький? Конечно, можно. Ну, а кому писать? Лене. Лене. Угу. Доктору Лене, а доктору Шаврина. Лен, ну на язве ж пишут. А вы не знаете, завтра будет смешная серия? Ну, откуда ж я знаю? Ну, я же телевизор не смотрю. Мне некогда. Ясно. Извините. Чего раньше сериал это смотришь? Ну да, уже полгода. Мне очень нравится. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Так, ребята, встречу. Значит, все-таки с язвой везут в хирургию? А какого ж хрена мне по сценарию завезли тетку с язвой в терапию? Черт бы драл этих сценаристов, халтурщики, засранцы! Им что, про дальнобойщиков писать, что про врачей? Один хрен. Ну, в терапии тоже можно, если симптоматика не особо выражена. Можно? Ну, да. Значит так, Фим, такие наши дела. Есть небольшое нарушение кислотности, слизистая воспалена. В общем, гастрит. Ну, это у каждого второго есть. Могу идти? Да. Сейчас я напишу некоторые рекомендации, но там надо соблюдать диету. Ну, и, конечно, никакого кинокорма. Ну, хорошо. А скажи мне все-таки, как правильно? Коклюш или коклюш? Коклюш, конечно. Вот, так я и знал. А что, если я здесь останусь до утра? Зачем? Ну, да. В смысле, обмена опытом. Доктор, вы так хорошо прооперировали моего брата. Это вам. Ну, что? Не, ну, берите. Ну, куда? Ну, а мне куда девать эту ногу? Пипец, мол. А, по-моему, смешно. Ну, а ладно. Ну, садись, давай сейчас что-нибудь еще расскажу тебе. Что за... Черт возьми, где же они, господи? Ну, были же, ну, елки-палки, а? Алло? Валентина? Да я не успеваю на электричку. Да у меня тут такая история. Ну вот, ничего страшного. Сейчас промоем глаза. Мне бы вот еще на баллончик взглянуть, какой там состав и прочее. Наверх смотрите. Можете. Эта дамочка обещала в приемном ждать. Кстати, баллончик у нее тоже. Может думать, что я в милицию пойду заявлять. А вы что, пойдете? Да нет, что вы, смеетесь, что ли, какая милиция? Фу. Сама брызнула, сама меня сюда привела. По дороге извинялась сильно. Я думаю, что инцидент исчерпан. Ну да, понятно. Вы знаете что, вы потом обязательно по месту жительства обратитесь к офтальмологу. Хорошо. Доктор, но если серьезно, глаза целы? Ну, целы, целы, вы же видите. Слушайте, а вы печень давно проверяли? Да, давно. А что? У вас небольшая желтушность вот здесь вот. Сходите, проверьте, это тоже можно по месту жительства. Хорошо.
Доктор, извините, вы не могли бы туда пойти, сказать этой дамочке, что все в порядке и ждать меня не надо? Ну, заодно и баллончик посмотрите. Ну, а вы что же? Да я... Неудобно как-то. Я здесь посижу, подожду, пока она уйдет. Да, я вас понимаю. Иногда с женщиной лучше не связываться. А? Я пойду, выйду к ней сейчас. Ну, что скажете, коллега? Да хрен его знает. Я ж терапевт. Врач первичного звена. Вот так. Вот отсюда у нас такая высокая смертность. А хотим как за границей. Чтобы каждый лечил только то, что обязан по корочке. Вот поступил мужик к кардиологу с инфарктом. Мы ему инфаркт вылечили. А то, что у нас еще день после выписки дома от проводения язвы помер, это уже не наше дело. Вот так вот. Учись, студент. Это перелом ключицы со смещением. Я был. Как смотреть? Подальше от себя. Вот, вот я подальше. Да, и смотрим, как на абстрактную живопись. Да, про абстрактную живопись-то я в курсе. Это престижно быть хирургом в такой больнице? Нормально. Только не надо мне сейчас опять спрашивать про зарплату. Могу догадаться. Я сейчас так догадаюсь. Не знаю, сколько ты получаешь. Не надо! Не надо. Не, если честно, сниматься в той хреновине, в которой я снимаюсь, может только за очень большие деньги. Почему врачом? Почему хирургом? Ну, потому что для проктолога я слишком веселый, а для гинеколога очень влюбчивый. А для хирурга у меня все сложилось. У меня ловкие руки и острый ум. Да. Не, а если серьезно? Черт его знает. Понимаешь, это мужская профессия. Сразу видно, ну, чего ты стоишь. В операционной же ведь никого не обманешь, тут все от тебя зависит. Решение принимаешь ты. А везение? Везение, это уже Бог. Притом каждый делает свою работу сам. Он свою, я свою. Притом, когда я свою работу делаю хорошо, то и боженьке-то полегче. То есть вы на пару работаете? Ну, что-то типа того. Я у него на подхвате. Здорово, ребят. Я тут все позвоночник оставил. Так. А у вас чего? Это наш перелом ключицы. Вот смещение. Да я вижу, что смещение. Спицу надо ставить. Не знаю, не решили еще. Что тут решать-то? Что, не видишь, какой здесь зазор? Спицу надо ставить, и все. А у вас что? Да у нас все плохо, как всегда. Девочка, видишь ли, сиганула с 5-го этажа, потому что мама ей джинсы новые не купила. Ну, теперь зато у нее все в порядке. Она лежит с переломом позвоночника и основание черепа. В глубокой коме. Дай мне позвоночник посмотреть. Чего тебе? Ну, дай, ну, чуть тяжело. Ты любопытный. Любопытный варвар. Знаешь, что на базаре сделали? Все тебе знать надо. Вот видишь? Вот и все. Привет ногам. Ладно, пойдем. Я тебе еще лабораторию покажу. У вас что, новенький, что ли? Или из третьей хирургии? Ты что? Что-то у него рожа какая-то знакомая. Да ты обалдел, что ли? Ты известный хирург. Пойдем. Кто это? Михалыч, не тормози. Месяц светит. Значит, острый живот, рвота, температура 39,5. Ну, надо же с ним что-то делать. Богу. Конечно, помолиться. Надо. Мужчина, вы почему все время поете? Может быть, у вас ничего не болит? Конец приходит. С миром прощаюсь. Генки рыжего нет. Викусь приставилась. Лужайкина нет. Салон. И мне пора. В общем так, бери его. Раздевай и мой. Я в прошлый раз бабусь умыл. Слушай, давай Таню дождемся. Таня в магазин пошла. Между прочим, тебе за сырками. Кто возьмет инородное тело в пищеводе? О! Кто еще может взять инородное тело в пищеводе, кроме меня? Давай. Нет, Костя. Нет, так нельзя! Костя! Хорошо. Мужчина, вас как зовут? Константин Наполеоныч. Коровин. Раньше прекрасно, кликали. Прекрасно, замечательно. А теперь просто Наполеоныч.
Ой, зачем я только голубцы поел? Я бы сама сходила, пакет не тяжелый. Ничего, мне не сложно. Я всегда в этот магазин одна хожу. Я это понял. Я понял, что ты самостоятельная. Самостоятельная, да. А в Москве по-другому нельзя. Потому что в Москве мужчин нормальных мало, а женщин полно. А жить-то как-то надо. Ты в следующий раз меня попроси, если что нужно, хорошо? Да? Да. Ну ладно, я запомню. Нет, ты серьезно? Ты шесто надо мной взять собираешься? Собираюсь. Ты всю неделю ходишь, как в воду опущенная. Что случилось? Да, хотела помочь одному человеку. Он меня бросил. Хочешь, я с ним поговорю? Вот я скажу хочу, и что ты будешь делать? Да я пойду и поговорю. Куда? Кому? К Брагину? Кому же еще? Почему к Брагину? При чем тут Брагин? Я за ним давно наблюдаю. Он бабник, он ко всем пристает. И к тебе, наверное, тоже приставал. Пойдем. Пойдем, нас ждут. Перлы из выписок или анамнезов. Привет, привет. Ну-ка, давай пролетай. Это вообще уже. Ну вот, например, больной отказался от вскрытия. Был бит соседом и поленом. Или ушиб мошонки о Каширское шоссе. Это вообще классика жанра. Ну, это обычное дело. Слушай, а меня... Ой, извините, можно автограф? Да-да-да-да. Меня знаешь, что интересует? Ручка ваша. Как я вас люблю. Как я вас люблю. Давай, давай, давай. Скажи мне, вот не прямой массаж сердца. Его можно так сделать, чтобы ребра сломать? Зачем ребра-то ломать? Ребра ломать не надо. А у нас там по сюжету. Один интерн передавил, сломал ребра, а я ему должен показать, как надо было делать. И на эти же сломанные ребра давлю. Да? Вы что там снимаете? Про врачей-убийц? Нет, на Понятно. Самом деле про врачей, которые жертвуют личной жизнью, спасают жизни других. Ну, понятно. Сказки рассказывайте. Понятно. Ян Александрович, да. Иди сюда. Иду. Иди, иди, иди. Что? Ой, здрасте. Тань, без истерики. Здрасте. Раздевайся. Татьяна. Раздевайся. Тань, поухаживай за ней. Да, конечно. Подержи, пожалуйста. Держу, да. Сейчас все будет. Ложись. А в чем дело? Что происходит? Я не понимаю. Что происходит? Да что такое? Значит так, скрещиваем ручки и в проекции сердца делаем три нажатия. Я его обожаю. Раз, два, три. Считаем до пяти и ждем. Да я не буду больше лежать. Да, давай. Проекция сердца. Раз, два, давай. Три. Давай. И ждем. Хорошо. Вы кто раз, такой? Два, что вам нужно? Три. Уберите руки от меня. Не тарахти, это все два, ради три. Искусства. Да что? Раз. И ждем. Что? И раз, два, три. И ждем. Кто вы такой? Очень хорошо. Алло? Здравствуйте. Обрадовать вас хочу. Можете забирать вашего артиста. Ой, живой, здоровый. Нам уже помогает. Вот такая история. Так что жду вас с нетерпением. Так что вы не волнуйтесь, с ним все в порядке. Я не волнуюсь. Я поняла, что его баллончиком не напугать. Я насчет другого. Пусть деньги мне отдаст. Какие деньги? Какие он из кармана у меня вытянул, пока орал, что я его глаз лишила. Он карманник обыкновенный, ворюга. Если не отдаст, я его в милицию отправлю. Раз, два, три, шесть, до пяти, раз, два. Слушай, я слышал, что ударом кулака вообще можно сердце завести. Что? О, это очень эффектно. Эффектно, не то слово. Ну-ка, ну-ка, отойди-ка. Надо лежать. Прицел. Ага. Ну. И вот точно в проекцию все. Все, все. Нет, да, я попробую. Вот это ребром в ладони, вот так. А! Все, я подожди. Ну-ка, давай. Что вы себе позволяете? Вы знаете, вы у себя там пробуйте, а здесь серьезное учреждение. Здесь больница, между прочим. А вы, Олег Михайлович, вы просто Новохудоносор какой-то. Кто я? Действительно, Олег Михайлович, ну вы бы на больных тренировались, а не на здоровых. Сейчас, не расстраивайся, мы с тобой пойдем в интенсивную терапию, и там найдется, кто из измезного, из любви к искусству отдаст Ой, свою жизнь. Какой хрен искусство, а? Чего ты мне погнал набрал? Олег Михайлович, мне правда плохо. Колет, режет. Ты колет, режет. А давайте симптом щетками проверим. Я попробую. Да, тихо. Ну-ка, давай-ка в палату быстро. Подъем.
Сейчас. Так, деньги отдай, малохольный! Я говорю, где мои деньги? Какие деньги? Ты! Хорош тихо, тут идиотом тихо. Прикидываться! Дайте сумочки поднесу, а сам с меня деньги стряс. Ты что думал, я не замечу, а? А я еще размывался, как же так? Невиновного человека баллончиком запрызгала. Ну что ж вы вытворяете-то? Что ж такое-то, а? Вот они. Вот они, ваши деньги, выпали у вас. Оставьте его в покое, возьмите. Ваши! Значит, они за подкладку завалились. Ой, а я его и баллончиком, и словами разными. Что-то мне прям в глазах темно. Ну, присядьте. Это же деньги-то не мои, это общие. Я выручку в Чехов везу. Полотенца там разные. Продаю простыни. Лена! Лена! В капельницу глюкозу и унитиол. Не напрягайте живот, расслабьтесь. Не понимаю, почему печень так увеличена, а? Доктор, поживите с моё и узнаете. Да не старайтесь понять, но все одно помру. Вы подождите помирать. Лучше вспомните, что вы могли такое скушать. Не свежую рыбу, может быть, или творог. Салат, он же бомж, он все тухлое ест. Катенька, занимайтесь капельницей, а? Что скушал? Доктор, все одно ничего не узнаете. Нина, реаниматолога Шоковой. Так, сделай дибазол с папаверином в мышцу и изоптин 5 миллиграмм в вену. Давление? 200 и 120. Ух, явный криз на фоне запущенной стенокардии. И гипертензия, я думаю, у нее хроническая. А при таком весе... Знаешь что, давай-ка еще нитроглицерин. Угу. Телефон. Давай, возьми. Сумки убери. Убери сумки. Да не тяжелые очень, Иван Николаевич. Вот девушка с гипертензией таскала. Извините, вы женщина? Да. Возьмите. Да. Невозможно работать просто. А. Еще. Тут еще. Да-да. Пожалуйста. Господи. Давайте. Ага. Что хоть с ней? Обследуем. Давай-ка тест на тропонин сделаем. Что-то мне это не нравится. Мужчина, что вы маетесь, идите домой. Хотите телефон оставьте, позвоню вам, когда там что-то прояснится. Нет, спасибо, я дома все равно не успокоюсь. Лучше я здесь подожду, что врач скажет. Ну, как хотите, мое же дело предложить. Спасибо. Это не твой телефон, а? Тихо, Катя. Ты что с ней сделал, урод, а? Это ее телефон, а? Подождите, я сейчас... Тихо, Катя. Я сейчас все объясню вам, что... Я сестра ее, женщина. А? Да я понимаю. Я что с ней сделала? Женщина. Я милицию. Я тоже кричать умею. Вы замолчите или нет? На улицу выяснять отношения или сядьте? И тихо. Давайте сядем, я все объясню. А, я за ним, где он? А не получится. Только что возникли некоторые осложнения. Что случилось? Что мне сказать Якову Михайловичу? Якову Михайловичу скажи, что у меня острый аппендицит, что я могу помереть. А если я выжил, я вернусь со съемки и всех этих халтурщиков, дармоедов, я разгоню к чертовой матери. Правильно. Вернем честное имя нашей бесплатной медицине. А деньги вперед! Пожалуйста, пустите меня к нему. Нет, сюда нельзя. Пожалуйста. Привет. Пожалуйста. Кинематографу. Ну что, где реаниматолог? Я не знаю. Костя, ему все хуже и хуже. Мы все правильно делаем, я не понимаю. Я его спрашиваю, что ели, что пили, чем могли отравиться. А он молчит, и он только песни поет. Так, а анализы на токсины брали? Брали, сейчас принесу. Моею будет келью. Так, нет, это точно отравление, только не пищевое. Нужно держать его в сознании, ты понял меня? Да знаю я. Здравствуйте. А откуда у вас такое отчество? Вашего папу Наполеоном звали? Не было папы. Мам придумала и записала.
Все смеялись, подтрунивали. Вы где живете-то? Ну, у вас есть, может быть, родственники? Никого нет. Не надо, доктор. Пульс редкий. Вы очень хорошо сейчас пели. Вы, наверное, учились где-то петь? Учился. В хоре пел. А дальше потом... Ну? Потом пить начал и перестал петь. Либо петь. Постойте, а вы сейчас можете нам что-нибудь спеть? Костя, куда ему сейчас петь? Могу. Вот. Из князя Игоря. Ага. Вот, что так долго, дайте, а? Дайте мне анализ. Свободу. Я мой позор. Мышьяк. Сумею искупить. Что, и правда отравление? Так, расстегни рубашку. Опа. Здрасте вам, мама. Она после операции. Таскала сумочки. Так, это нехорошо. Надо возвращать женщину. Уважаемая! Уважаемая, что же вы после операции такие сумки-то волохаете, а? Вам что, жить надоело, что ли? О, хорошо. О, хорошо. Ой! Господи, что вы делаете? Иван Николаевич! Кран-кран, вот вода отсюда. Что вы делаете, господи? Иван Николаевич! Вы извините меня, пожалуйста, что я так на вас набросилась. Просто Катя позвонила и сказала, что ее ограбили. И что она со злодеем в склифе. Ну, я принеслась, а тут вы с ее телефоном. А у вас в семье все такие шумные? Да. Слушайте, женщина, у вас совесть есть? Мало того, что вы орали на все отделение, теперь вы распродажу устроили товаров народного потребления. Извините, я сейчас уберу. Ну, что мне извиняете? Он каталка не может проехать. Отнесите он в тот угол. Давайте помогу. Вот туда, подальше. Ой, у нас Катя младшая. Ага. А еще есть Таня, но она там в Чехове осталась. Вообще, если с Катькой что-нибудь случится, я не знаю, что будет дальше. Ага. Мы ведь все вместе по жизни, три сестры. Вот. А Таня, она у нас на инвалидности с детства, ДЦП. И если мы с Катькой с рельсов сойдем, ну кто ее тащить-то будет? И пенсию она хорошую получала с добавками. А в этом году добавки взяли и отменили. Ага. Ну, видимо, подумали, что слишком много для инвалидов. Ну и как жить-то на 9 тысяч рублей? А у меня жена умерла 2 месяца назад. 25 лет вместе. Серебряную свадьбу только отметили. А через неделю прихожу домой, думаю, спит. Да. Бедный вы. Ну и как же вы теперь? А дети есть? Нет, один. Были вдвоем, а теперь вот один. Слушайте, вы сестра? Да. Похоже. Валентина. Как Катя, а? Она жива? Жива, жива ваша Катя. Слушайте, что за операция была у вашей сестры и когда? 2 месяца назад шунтирование. Слушайте, а у вас голова есть на плечах или нет? Она после шунтирования ворочает вот эти сумки. Я ей говорила, она не слушает. Так, короче, она сейчас в реанимации. Завтра, если все будет нормально, мы ее переведем в другой корпус, в общую палату. Вы там звоните на пост, спрашиваете, что и как, мы посмотрим, подлечим. Так, и главное, потом полгода реабилитации. Минимум полгода. Вы понимаете, нет? Сестра называется. Доктор, спасибо. Нет, это не надо. Не надо. Вы нянечкам дайте вот, там в стационаре, чтобы хорошо ухаживали. А вы-то что, вам что, идти некуда? Я тоже жду. Да, вот этот чертов баллончик, ей больше не давайте. Хорошо, давай. Хорошо. Доктор, мы вот из Чехова берем, а здесь вот в переходе торгуем. Возьмите жене халатик. Хороший. Спасибо, пожалуйста. Не надо. Баллончик выбросьте. До свидания. Есть Бог на свете. Ой, есть Бог на свете. Слава тебе, Господи, а. Вроде стабилизировался. А почему поезд такой редкий?
Ребят, вы операцию делаете, мою работу не лезьте. Ладно, ладно, что, мы не можем ничего сделать? Боюсь, что нет. Сатурация падает, нужно интубировать. Сама решу. А мышьяк у меня давно был. Знал, что пригодится. Это я их всех отравил. Слышите? Всех, с кем на вокзале жил. А потом и сам поел. А зачем жить-то, если никому не нужны? Мешали только. Кожа да кости, а души нет. Я их всех отравил, слышите? Бредит. Да? Ну, давай считать, что бредит. Вон там, в пиджаке, в кармане. Ну, как? Была жизнь-то, а? Была. И вот знаменитый артист оказывается в Доме ветеранов сцены. Спускается, значит, к первому ужину, весь напомаженный, надушенный. Подсаживается к старушке, спрашивает: «Надеюсь, вы помните, как меня зовут?» Она говорит: «Если вы забыли, как вас зовут, спросите у дежурной сестры». Ну, это старый анекдот-то. Да старая я, что новый, что ли? Слушай, а в Европе говорят, аппендикс уже удаляют через рот. Ну да, а зубы удаляют через жопу. Даже ты так не торопись, я не вижу, что ты там делаешь. Лежим, не дергаемся, а то иначе я сейчас отрежу что-то другое. И будет тогда сказка про золотого петушка. А это же аппендикс, это же ненужный, да, орган? Это же он бесполезный совсем. Аппендикс – это рудиментарный орган, который в процессе эволюции утратил свою пищеварительную функцию. Но это не означает, что он не нужен. Какой ты умный, а? Человеку все нужно. Просто медицина с этим не согласна. А вот сейчас ты что делаешь? Я сейчас коагулирую культю отростка. О, как. О, блин, ребята, это лучший день в моей жизни. Хорошее место. Надо запомнить. Ну да, интерьер хороший, плюс хозяин мой приятель. Может, я что-то не понимаю, но мы с тобой полдня в ресторане просидели. Теперь гуляем. У тебя работа вообще есть? Ну, конечно же, есть. Но, как говорится, работа не рок, плюс у меня сегодня ничего срочного. А иногда в жизни лучше не торопиться. Но я так понимаю, это не твой стиль. Нет, не мой. Но я в неотложке работаю. Там надо торопиться. Конечно, хочется иногда притормозить. Ну и как? Получается? Да. Никогда. Ну вот, твоя машина готова. Спасибо. Но я сегодня не поеду. Завтра утром заберу. Да ладно, из-за вина, что ли? Да всего вот один бокал. Слушай, я, конечно, не ханжа, но я через день вот этот всего-то один бокал вижу у себя на операционном столе. Да, держи. Спасибо. Оп! Цветы? Откуда? Да вот водитель попросил. Какое же свидание без цветов? На что, с тобой разве свидание? Ну, пока нет. Но я собираюсь тебя спросить. А что ты делаешь сегодня вечером? Сплю. У меня завтра смена с 7 утра. Так сейчас же 7 часов вечера. Поехали ко мне, поужинаем. Я не могу столько есть. Мы с тобой обедать недавно закончили. Так есть-то не обязательно. А поехали. Поехали. Поехали, поехали! Ага, спасибо. Девочки! Люди! Ау! Что ж такое, кто-нибудь придет ко мне или нет? Я уже давно закончила работать. Я хочу домой, к мужу!
полезно. Вот попросите меня еще кто-нибудь задержаться хоть на полчаса, никогда. Что ты скандалишь-то? Потому что наплевательское отношение ко мне, вот и все. Да. Весело с этими артистами. А что, тоска? Да ты что, ты обхохочешься. Это знаешь, сколько человек часов кряду может говорить о самом себе. Слушай, Михалыч, кулончик должен быть посередине, что называется, между. Не отвлекай меня. Скажи, пожалуйста, когда вот эти все американские звезды разводятся, ну, потом они пишут непреодолимые противоречия. А вот что они имеют в виду на самом деле? Ну как что? Любовница, наркотики, там, половое недомогание или храпит. А что, серьезные причины, между прочим? А что, то это храпит или не дух? Причем тут, ну что от тебя ожидать? Ничего себе! А муж меня пришел встречать. Ну, не буду вам мешать. Не скучайте, котята. Береги себя. Ага. Угу. Это что за подарок такой ты мне устроить решил? Соскучился. Да? Да. Я решил жену встретить после работы. Что, ты не можешь без меня? Ой, не могу. Ты все? Да все, давно уже. Курьер приезжал. Оставил коробку, сказал DVD. О, класс! Ну? Так быстро? О. Все, быстренько домой, кино смотреть. Знаешь, что там? Не, не подглядывала. Но расплатилась? Да. Весь бюджет на DVD. Да? Да. Там такой, такой... Что? Американский сериал. Нет. Не надо. Жень, я тебя умоляю, ну, ну прошлый раз до 5 ну, утра. Давай еще серию, давай еще серию. А ведь я тебя люблю. Не... Ты знаешь мои слабые места, да? Да. Я тебя тоже очень люблю. Девки, я ушла. Все. Алло, да, ну сделали операцию. Сейчас читаю сценарий. Я пока здесь жду. Да потому что во время операции маску никто руками не трогает. Вот почему. Дура ты, Анфиса, а не сценарист. Привет. Привет. Че скандалишь, а? Устроил тут общественный совет, а? Никто ж не умер, значит, надо работать. А. Остановишься, выпадешь из забоя. Ясно. Ну что, есть на что-нибудь жалобы? Да, какие там жалобы. Все отлично. Ну и слава богу. Я завтра с 8, так что утром приду, навещу тебя. Отпустишь меня завтра? Угу. Сейчас. Еще 2 дня, как минимум. В лучшем случае. И то, если не будет осложнений и по очень большому блату. Ну ладно. Хоть высплюсь. Сейчас момент жене по скайпу отпишусь. Она хочет завтра прийти. Можно? Ну хорошо. Все. Я спать. Спасибо тебе, Брагин. Ты крутой. Ему повезло с таким напарником. Ясно? Да. Ну все, спокойной ночи.